Друзья, всем привет! Начинаются холодные ночи. Молдова. Что сидим? Кого ждем? О, уже сладкий. Но его очень мало. Ух, свежо. Чего ты? Чего тебе? А? Мой собакин. Еще виноградика. Пойдем прогуляемся. Что? Блестящие коты. Ну как переливается. Мань. Маня-ня. Позамерзали. Хотя тепленькая. Тоже к делу пойдет. Маленькие дрова. Вчера Оксана нарезала. Вот этими большими ножницами. Секаторы большие. Говорят, собакам виноград вреден. Ты что, не корми? Ну я ж в него ведрами не засыпаю виноград. Маленькую, ну или две кожуры с винограда. О, сколько листиков насыпалось. Грибочки. Друзья, это первый год. В том году их не было. В этом году есть. Какие-то листья странные. Они плавают недолго и сразу тонут. И все-таки я вчера протопил дом и не пожалел. Сейчас где-то 6-7 градусов тепла. Ну, ту-ту-ту-ту. Прохладненько. Коты бастуют. Какой-то слизняк по собаке пролез. О, красотень какая. Это микрорайон Лесной. Да. Вот. Вот она. Что-то у тебя в глазах там. Красоту надо навести. Да, маняня? Ладно. Ты, Никита, любитель красоту понаводить. Ну, все, убрали. Маня любит у меня под правой мышкой спать. Под мышкой. Под правой мышкой. Под правой подмышкой. Вот так будет правильно. Залезет. На диване лежу. И спит. Солнышко отражается в воде. Тихо. Ходит, по-моему, кто-то там. Потому что камыш шевелится. Теща вчера была и, оказывается, привезла малины. Малина здоровая такая. Октябрьская. Так я заварил себе малинки свеженькой, добавил туда айву, чабрец, зеленый чай и немножко каркаде. Сейчас будем чай пить. Друзья, всем хорошего дня, всем здоровья, мирного неба, всем пока.